в Париже есть и музеи, и вообще выходили эти самые открытки с портретом Луи Брайля. Он потерял зрение в 3 годика. Работал отец в мастерской сапожной, он прибежал, схватил нож и ремень разрезался, его глаз. Потерял зрение, но был одаренный. Потом окончил и колледж в Париже, и музыкантом был. Но и все думал, как придумать систему, чтобы незрячие могли сами писать и читать. Была до него система, но очень неудачная. Благодаря изобретению Луи Брайля у людей, потерявших зрение, есть возможность получить образование, читать книги и даже писать их. Гродненский поэт Виктор Кудлачев пишет книги по Брайлю. Здравствуйте, девочки, здравствуйте, мальчики, хрупкие, нежные, тонкие пальчики, глазки веселые, алые щечки, все вы красивые, словно цветочки. Благодаря этой системе Виктор Кудлачев написал одну из самых пронзительных книг о войне. В книге «Война глазами ребенка» автор рассказал о том, как на его глазах офицер безжалостно застрелил мальчика, когда ребенок попытался поднять брошенную губную гармошку, а чуть позже о том, как для него погасло солнце. 9-летний Витя навсегда потерял зрение после ранения фронтовой миной. Осколки задели почти каждого из нас. Мне они врезались в глаза. Падая на землю, я закричал: «Меня убило!» «Нет, нет, тебя только ранило», — сказал кто-то надо мной. «А почему так темно? Ничего не видно!» От сильной боли ответа я не услышал. Я тогда еще не знал, что солнце погасло для меня навсегда. Виктор Семенович посвятил свою жизнь детям. Он окончил музыкально-педагогическое училище, играл на баяне. 52 года он преподавал в Гродненской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. Когда я окончил школу, 7 классов, была мысль такая, как дальше жить без зрения человеку. Стремление было такое, что надо как-то стать человеком, чтобы нисколько хуже не быть, отличаться даже мыть от зрячего человека каким-то своим достоинством. Вот. Поэтому я уже училище вот окончил, муспедучилище. Уже на 3-м курсе я начал работать учителем. В школе-интернате там не было учителя, как раз что-то он уволился. И мне предложили, я подумал, справлюсь. И он справился. Через его руки и педагогический талант прошли сотни учеников. 20 из них стали профессиональными музыкантами. Это такой любопытный народ маленький, такой интересный, часто так бывает. Поэтому взрослые, конечно, тоже хорошо могут они, если там что-то шуточное прочитаешь для взрослых, они посмеются и тоже могут и вопрос задать. Ну, а дети это вообще, вот начиная от детских садов, конечно, встречи у нас проходят, школы, учебные заведения, встречи с работниками библиотек и, конечно, студенты университетов. Виктор Кудлачев признается, что долго не решался опубликовать свои стихи. Я уже набрался смелости, стал их дальше посылать. Газету «Зорька» там печатались. И, наконец, набрался смелости и послал в Москву. И в Москве напечатали, журнал такой был, и он, может, сейчас выходит, «Веселые картинки», большой тираж. И там появились мои первые стихи. Это было вообще уже полет для творчества. Он писал все больше, темы и жанры становились все разнообразнее. Стихи, загадки, скороговорки. И сегодня я выступал в 86-м садике, мы были. А тут дождь такой, я читаю детям загадку. Люди все до одного убегают от него, но как только он пройдет, все растет и все течет. Малыши закричали: «Дождь». Поняли. Вот. Загадки разнообразны. Или такая загадка: познакомились на пляже, пингвиненок и щенок. Кто подумает и скажет, сколько вместе было ног. Иногда дети кричат: 6, иногда 8. А потом давайте будем считать, начинаем разбираться. Иногда правильно ответят. Детская наивность и непосредственность заставляют его смеяться вместе с ними.
Непоседа рыжая, прыг да скок, с дерева на дерево, с ветки на сучок. Отгадай, пожалуйста, и скажи, дружок, что это за маленький рыженький зверек? Ну, конечно, кричат белка. Один мальчик говорит, а белки не бывают рыжие, они только белые. Весь зал дети засмеялись с него. Ну, так вот, знаете, вот это смешинки эти детские. Особенно приятно то, что их любовь взаимна. Такой был случай где-то год назад. Уже я закончил выступление, желаю студентам успехов, стать хорошими медиками. Тишина, никто не устает, ни один. Сидят все в зале. Я спрашиваю, что, читать дальше? Да, аккордом. Дети не только источник вдохновения, они его помощники и даже творческий коллектив. Конечно, этот город волновал меня, и, наконец, у меня вот получилась эта книга. Вот, причем эту книгу оформили дети художественной школы города Гродно. Рисунки рисовали, был конкурс у них объявлен, и по конкурсу, кто пришел, прошел, значит, попал в эту книгу с рисунками. Вот таким образом родилась эта книга. У меня есть краски, есть и карандаш. Я, ребята, город нарисую наш. Нарисую Неман светло-голубой, древнюю коложу, замок над рекой, фабрики, заводы, школы и сады, вдоль дорог на клумбах алые цветы, зоопарк, тигренка, рыженьких лисят и смешных пушистых бурых медвежат, радостных нарядных маленьких детей и в высоком небе белых голубей. Чудная картина выйдет у меня. Вот как нарисую город Гродно я. В его стихах много динамики, юмора, игровых моментов. Пишется много стихов детских, веселых, загадки, скороговорки. Основная тема, различная там тема. И как они создаются порой, очень бывает забавно. Иногда дети подсказывают. Вот я выступал в одной из школ, и мальчик в зале, так было человек, видно, 200 детей, поднимается. «Скажите, пожалуйста, дядя поэт, а стихи к вам приходят во сне или нет?» Или вы собираетесь где-то в поле эти стихи или в лесу? Понимаете, вот такие вопросы. Я ехал, волновался, и, наконец, получилось творение. Скажите, пожалуйста, дядя поэт, стихи к вам приходят во сне или нет? Приходят, и в двери тихонько стучат, и шепотом тайны свои говорят. А я эти тайны запомнить пишу, беру карандаш и быстрее пишу. И если рождается стихотворение, тогда у меня целый день вдохновения. Ношусь, как мальчишка, счастливый по дому. Звоню с нетерпением друзьям и знакомым. Читаю, волнуюсь и слышу в ответ. Стихи получились. Спасибо, поэт. Или вот такой пример. Вот наш тут парк рядом Румлёва. Мы идем, вот гуляем по парку. Бежит собачка, лает. Я говорю, ты чего лаешь? Остановилась собачка. Хозяйка подходит, я говорю, скажите, пожалуйста, а как вашу собачку зовут? Она не поняла, говорит, Анна Петровна. От головы Анна Петровна. А я говорю, Виктор Семенович. А я спрашиваю, как собачку зовут? Она говорит, Жуля. А я, а по отчеству как? Жуля Барбосовна. И тут же рождается творение. Что ты, Жуля, громко лаешь? Малышей до слез пугаешь. Что вы, не пугаю. Я свой голос проверяю. Все истории Виктор Семенович берет из жизни. Вот написал я две строки. У соседа дяди Бори непредвиденное горе. И дальше не могу ничего писать. Знаю, что у соседа никакого горя нет. На работу ходят, все здоровенькие, дети в школу ходят. Ну, никакого, ничего. А мне надо про горе написать. И где мне взять это горе? И вот я тогда выхожу на площадку своего подъезда и стою. Идут эти дети из школы соседские. Я говорю, так, ребята, как у вас там дома? Все в порядке? Ничего такого не случилось? Случилось. А что? Кот пропал. Все, я нашел тему. Кот пропал. Я пишу творение. У соседа, дяди Бори, непредвиденное горе. Со второго этажа спрыгнул кот и убежал. А куда? Никто не знает. Где теперь он пропадает? Дяде Бори, я сказал, может, он туристом стал. Где-нибудь сейчас шагает, трудный путь одолевает. Хочет всюду побывать, все на свете повидать. Лето теплое пройдет, и домой вернется кот. На одной из творческих встреч в университете писатель Виктор Кудлачев познакомился с писательницей Ириной Фоменковой. Теперь они неразлучны. Их пара – это творческий тандем, в результате которого рождаются общие книги. Мы с Виктором Семеновичем как-то подумали, что его стихи фактически очень сильно напрашиваются на такую составную часть урока. Помещено стихотворение «Важные слова». А, это вот, я вспомнил. Слова «До свидания». Спасибо, простите, пожалуйста, здравствуйте, щедро дарите. Ирина Васильевна Фоменкова, автор лирических повестей,
личности, рассказов о женских судьбах. Главная моя тема – это жизнь. В самых разных ракурсах. Ну вот, конечно, как женщина, пережившая уже большую-большую жизнь, я ищу рассказы, ищу слова, ищу тематику, прежде всего связанную с судьбой женщин. Героиня ее рассказов – это сильная женщина. О такой она пишет в одной из своих книг. Книги с лирическим названием «Аромат белого налива». О судьбе женщины, пережившей, казалось бы, тривиальную историю – измену мужа. Но она подана еще, вот еще вторая тема всегда идет параллельно, на, если не совсем на местном материале, но что это на белорусском дыхании, это точно. Ее героиня – это соседка, которую мы видим на лестничной площадке. Это подруга или продавец магазина. Это простая белорусская женщина со своей непростой судьбой. Ее история близка и понятна каждой, ведь ее историю можно рассказать за чашкой чая на кухне своей квартиры. Только оформленная в книгу, она звучит образнее, поэтичнее. Эта же тема продолжается в книге «Улыбка утра». Здесь есть такая повесть, как «Мелодия сердца». Это любовь матери. Любовь матери к своему сыну, который родился с пороком сердца. Мальчика будут воспитывать мама в очень глубоком религиозном направлении. И он станет ксёнцем. Но прежде вся Беларусь и католическая Польша поможет этому мальчику выйти на сложные операции. Главная героиня – невыдуманный персонаж. Просто женщина села и уже знала, что мы писатели. А можно я вам расскажу о себе? И вот пошла эта тема. Вторая тема – тема подростков и юношества. Ведь 42 года Ирина посвятила школе. О подростках, начиная от горькой темы суицида, все равно заканчиваю. Рассказ все равно называется «Для жизни человек рожден». И этим заканчивается, этими словами. А теперь она вдохновилась поэзией. Возможно, благодаря Виктору Семеновичу. А надо ли быть сильной и упрямой? Всю жизнь у Бога я молю, чтоб муж мне нежно говорил «люблю», чтоб доченька шептала тихо «мама». Быть женщиной – мое предназначение. Желанной быть, свою любовь дарить. И как огонь в камине бережно хранить души своей особое свечение. Книга – это жизнь. Когда Ирина пишет книгу, она полностью погружается в другую реальность. Она примеряет на себя судьбы своих героев. Постоянно живешь в этом образе, а потом, когда заканчивается, заканчиваешь, точку последнюю уже поставишь, никак не можешь выйти из него. Вот точно так же, как класс провел с 4 там, по 10 когда-то, и потом новый страшно брать класс, потому что вот эти образы уже живут не просто параллельно, как бы друг в дружке. И каждый раз приходится даже делать паузу. Настоящий дар писателя – это возможность прожить много жизней. Захватывает в сознание полностью. И вот это ощущение просто счастья, когда ты проживаешь чью-то жизнь как свою. Теперь Ирина Фоменкова живет в трилогии «Быть женщиной». «Улыбка мамы». Май 44-го года. Хоть дальше гремит где-то бой, на горькой земле непогода сменилась цветущей весной. К улыбке позвал ветер шалый, да улыбаться нет сил. И дом наш, совсем обветшалый, на фоне весны загрустил. При свечках вновь плакали вдовы, чем завтра детей накормить? Вновь этой весною суровой впрягались в работу, чтоб жить. Отец мой был ранен, вернулся в весеннее наше село, и маме соседка Дануся шептала: «Тебе повезло, ты ласку мужскую познала, с улыбкой должна теперь жить». А мама с трудом вспоминала, как можно счастливою быть. Они встретились, уже будучи цельными, реализовавшими себя в жизни личностями. Они пишут книги, каждый по отдельности, но счастливы вместе.